Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Заскучал у меня один банан. Я решила сегодня испечь очень простое, вкусное овсяное печенье с бананом. И делюсь этим рецептом с вами. Как всегда, все очень просто и быстро. Для печенья мне понадобится овсяные хлопья, масло сливочное, я его уже растопила, один банан, яйцо, сахар. У меня сахар коричневый, но можно использовать и обычный сахар. Мука и разрыхлитель для теста. Также мне понадобится щепотка соли. По желанию в тесто можно добавить рубленый шоколад или шоколадные капли. Поломала банан на кусочки и разминаю его вилкой в пюре. Сюда же всыпаю сахар, вливаю растопленное сливочное масло. Немного вилкой взбиваю яйцо. Можно воспользоваться венчиком. И также добавляю его в миску. Все хорошенько перемешиваю. Добавляю щепотку соли, овсяные хлопья. Перемешаю. И даю массе минут 10-15 постоять. Теперь просеиваю муку вместе с разрыхлителем. И все вместе еще раз хорошенько перемешаю. Вот такое густое, липкое тесто должно получиться. Застилаю противень тефлоновым ковриком. Можно пергаментную бумагу использовать. Ложкой выкладываю печенье. Между печеньками оставляйте расстояние. И отправляю противень с печеньем в духовку. Она у меня уже разогрета до 180 градусов. Примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.